Внимание, скоро у нас состоится награждение женщин-ветеранов, после этого мы продолжим наш турнир. А пока объявлю результаты 9-го тура, положение и жеребьевку следующей партии. Итак, в 9-м туре Думов выиграл у Улько. А вы снимаете, да? Попов проиграл Дрееву, Мажаров – Савченко. Дружеское выступление. Маратевич выиграл у Коваленко. Протелев проиграл Грищуку. Решетников выиграл у Гунина, Белоус у Найера, Корякин у Елисеева. В мячу сыграли Демидов Глеб и Рязанцев Малах. Положение участников после 9-го тура. Единоличный лидер Сергей Корякин – 8 очков. На очко остается Владимир Малахов, у него 7 очков. По 6,5 у Алексея Дреева и Бориса Савченко. 6 очков у Александра Грищука и 5,5 очков у Александра Грищука. И по 5 очков имеют Александр Бородевич и Евгений Найер. На 9-м и 10-м месте Иван Попов и Даниил Дубов по 4,5 очка. Этой музыки я задам пару вопросов Ване. Иван, я совершенно случайно попал на вашу победную партию с Грищуком. Что там получилось? Получилось трюк, но, в принципе, он зевнул пешку в какой-то момент, и проблем не было. Понятно. Как стоишь в турнире? Пока на 9-м месте. 50% больше, плюс очков. Ну, удачи тебе. Давай.